Дорогие друзья, добро пожаловать в программу «О жизни». Меня зовут Мацула, я пастор «Слова жизни» в Москве. И это вторая программа о теме творчества. Творчество – это есть в Боге. Это приходит от Бога к нам. И поэтому мы верим, что в жизни каждого верующего человека есть это творчество. Таланты от Бога, например, играть на пианино. Но я не думаю, что это мой самый как большой или ясный талант, но все равно я верю, что это от Господа. Я верю, что Он дает нам желание и способность заниматься музыкой или театром, спортом и так далее, и так далее. Я верю, что творчество – это часть Божьей природы, и Он дает от себя нам, чтобы мы взяли это, и чтобы мы творили, чтобы мы развивали это, как Он это сделал, когда Он сотворил наш мир. И об этом мы будем говорить сегодня. И хочу говорить о вашей жизни, о ваших талантах, потому что, наверное, они больше, чем вы сами знаете. Иисус рассказал одну историю в Евангелии от Матфея, 25 главе, притчи о талантах. Он так сказал, что был господин, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному он дал 5 талантов, другому 2, одному 1, и потом отправился. Написано об этих слугах, что один он употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. И написано о другом, что он закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. Интересно, почему он закопал свой талант? И это написано в Библии для вас и для меня, чтобы мы тоже думали о своей жизни. Бывают иногда такие таланты, которые мы закопаем, способности, которые мы никогда не используем. И почему это так? Я думаю, что одна причина – это то, что он не ценил то, что Бог дал ему. И я уверен, что в наших церквях есть много людей, и у них есть какой-то интерес. Они хотят заниматься чем-то, но они думают, что ну, это не так важно, я не такой молодец. И это значит, что они закопают свой талант, потому что так нельзя думать. Вы знаете, что вы очень-очень уникальный человек, и это хорошо. Ваши интересы, ваш талант, они важны для Бога, и они важны для нас. Если вы унижаете себя, если вы думаете, что у меня не получится, или то, что я смогу сделать, это не важно, тогда только и вы, и я, и мы, и Бог, мы все потеряем что-то очень-очень ценное. Иисус не хвалил этого слугу и сказал: «Молодец, ты думал очень скромно о себе». Не, он ругал его, он сказал: «Почему ты закопал талант? Я дал это тебе, чтобы ты смело развивал его и начал использовать его». И так с вами, и так со мной тоже. Смотрите на свое сердце, что вы хотели бы сделать. Что вам интересно, и начинай там. Библия говорит, что наши таланты – это как семя в наших руках. Это способности, но им надо расти. И поэтому учиться, заниматься, тренироваться – все это от Бога. И все это должна быть естественная часть жизни в церкви, когда мы ободряем друг друга. Ну давайте, начинайте служить, начинайте учиться, начинайте использовать то, что у вас есть, начинайте взять ответственность, начинайте вовлекаться в служение или во всем, что происходит в наших церквях. И тогда тоже мы обнаруживаем больше и больше, что у меня есть в сердце, и то, что Бог хочет, чтобы это росло и развивалось. Я помню, когда я
был молодым человеком, и я так сильно хотел вести людей. Я хотел собрать их, учить их. И когда я решил сам не только сидеть и думать об этом, но быть лидером. Я был лидером домашней группы. Я был лидером для организаторов нашей церкви. И мне это понравилось. И когда я это сделал, я, конечно, не понял, что как дар пастора потихонечку тоже начал расти вокруг меня. И так во всех сферах жизни. Если мы не начинаем, если мы не ценим то, что у нас есть, это остается в земле, как случилось с этим слугом. И да не будет так в вашей жизни, и да не будет так в наших церквях. Давайте мы будем людьми, которые ободряем друг друга, взять инициативу, начинать делать то, что мы хотим делать. Если не получится, тогда мы попробуем еще один раз, или Бог ведет нас в другое направление. Но если мы ничего не делаем, если мы сидим там на стуле, если мы закопаем свой талант, ничего хорошего не будет, и Бог не прославится. Поэтому, друзья, давайте мы смело, давайте мы с великой радостью возьмем то, что Бог дал нам в сердце, и начинаем использовать это, начинаем учиться и двигаться вперед. И вы увидите, как написано в этой истории, что эти 5 таланты, они начали расти, и все это было для славы Бога. Когда Иисус призвал Петра стать учеником, его первая мысль это была, что у меня не получится. Он сказал Иисусу, отойди от меня, я грешник. Первое, что поднималось внутри него, что не. И так может быть тоже в нашей жизни, когда Бог призывает. Мы чувствуем, что хотелось бы, но наверное, не получится. Это не от Бога. Бог, Он дает нам свободу, Он дает нам желание. И Он говорит, давай, идите, и вы увидите, что я могу сделать через вас. Может быть, есть у вас что-то прямо сейчас в сердце, и когда вы думаете об этом, вы чувствуете радость. Я бы хотел помолиться, чтобы вы осмеливались тоже больше использовать это и больше верить, что это на самом деле от Бога. Он дал мне таланты, способности и творчество. Господь, во имя Иисуса Христа, я молюсь за каждого человека, который смотрит эту программу сейчас. Я молюсь, Господь, об этом желании, об этих талантах, чтобы они не остались в земле, но чтобы мы осмеливались, Господь, сделать новые инициативы, использовать их, делать новые шаги вперед, Господь, потому что тогда мы обнаруживаем то, что Ты дал нам, и все это может расти и стать, Господь, что-то благословенное для людей вокруг нас в этом мире. Да благословит вас Господь. Аминь.